Приветствую вас. На самом деле вариантов вот такого ответа, да, значения такого ответа может быть всего лишь два. Первое – это если человек просто не привык выражать свои чувства, если человек не привык выражать свои эмоции, ну, не богатая у него эмоциональная палитра, вот, либо человек, значит, относится к вам, ну, по большому счету, достаточно обесценено, да, то есть это когда, например, мужчина не очень сильно вас ценит, не очень сильно вами дорожит и так далее. И какой из этих вариантов ближе вам лучше доверить своей интуиции? То есть вот то, как интуиция вам скажет, как она вам подсказывает, вот что это значит, да, больше. Либо из того исходить, какой мужчина человек, то есть что он за человек, да, то есть если он очень эмоционален, если он вот прямо очень-очень-очень совсем эмоционален, а здесь вот вы ему сказали, да, что он любит его, он сказал я. Это может означать, что он, ну, либо ему все равно, да, либо он так прореагировал на такое серьезное признание. Вот, опять же, это нужно анализировать, да, то есть смотреть, какой мужчина, как и что. Вот, это лучше все-таки разбираться, потому что ну, сложно так сказать, что именно это означает, да, всего две буквы. Вот. А если вы замечали, например, такую историю, что вы человеку все время пишете, первое, вы все время с человеком как-то взаимодействуете, вы время проявляет инициативу по отношению к нему, а он вот все время отвечает вам как-то, ну, вот так, да, то есть негативно, то это означает, скорее всего, что он вас обесценивает. Вот. То есть вам нужно просто проанализировать его отношение к себе, и вы сможете с большей долей вероятности понять, что означают его слова. Вот. Послушайте себя. Вот. Провизуализируйте, например, один вариант, да, и провизуализируйте другой вариант. И прислушайтесь к себе, вот как вы чувствуете, что вы чувствуете, вот, если вы откликнулись на какой-то из вариантов, да, то что это за отклик? Это может отклик быть такой, да, это оно, или да, я этого боюсь. Если да, это оно, значит, скорее всего, оно, а если боюсь, то это ваша реакция. Вот. Я думаю, что вот так можно ответить на ваш вопрос. Мне кажется, что для раздела психологии вы достаточно мало информации предоставили о себе. Вот.
Поэтому я думаю, что для более полной рекомендации все-таки нужно, чтобы вы побольше рассказали о том, что произошло. Ну, то есть более полную картину взаимоотношений с мужчиной расписали. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.